Уважаемый муж, иди-ка сюда. Сюда, сюда-ка, иди-ка. Давай. Давай. Ты обещал, что ради меня пойдешь на все. Так, ну немного побегали. Фух, я ж устала. И теперь гидрофильным маслечком еще, пожалуй, добавьте порцию. Очищаем лицо. Первый этап. Сначала гидрофильное масло. Тщательно на сухую кожу, потом смываем. Теперь скрабируем лицо гиалуроновым скрабом. Нравится? Такое себе. Ну а как ты думал? Все равно, что песком по лицу шляпаешь. Ты нежно-нежно должен снять верхний огрубевший слой кожи. После этого тебя ждет пенка. Да, не грубеет кожа. Ну, да, но как написано в инструкции, надо снять. Мне кажется, тебе нравится. Бомба. Бомба. Ну, хоть раз в месяц-то надо процедуру проводить. Лучше раз в год. Нет, раз в год это мало. Раз в месяц будет нормально. Та-ра-та-та-та-та-та-там. Ну, давай, три. Так, теперь очищающая пенка. Ой, я вижу твои пальцы. Нужно вот сюда. Ой, не пенка, ой, а гель. Делаешь пенку хорошенько и очищаешь кожу. В общем, все, что можно было сделать, мы сделали. Очистили по максимуму, да? Наверное. Ты чувствуешь, как ты стал очень чистым? Ты так говоришь, как будто я до этого ходил очень грязный. Ну, все равно же нужно ощущать легкость. Кожа задышала там или еще нет? Да, наверное, уже и задышала. Но все равно тебе не избежать процедуры, поэтому даже если задышала, сейчас умываешься и приходишь ко мне. Я тебя жду вот с этим рулончиком пищевой пленки. Вот это поворот. Угу. Красавчик. Ну, как бы кожа такая засияла уже. Нам же нужно это, подождите, крупным планом снять ваши... Цаплю хоть нет? Нет. Ну, так как бы... Ну, вот видно, да, что... Вот все и так не хорошо. Сказать, что это прям критично, потому что есть товарищи, вообще беда-беда. Нет, ну, видно, видно, и нужно вот прям почистить. Прям... Ты по адресу, мой хороший, пришел. Угу. Так, берем вот это средство, которое под пленочку. Так, давай я тебе сюда как на чашечку вот так налью. Жалко, нет, для тебя вообще не жалко. Нормально, чашечку нашли. Очень удобно. Мы сейчас так толстеньким слоем нанесем. Экономить не будем. Вкусно пахнет. Пойдет. Лежу и думаю, вот ради чего не пойдешь? Да. На что не пойдешь ради любимой? Ну, ничего себе. Меня б так, понимаешь, пытали. Я каждый день согласна. Так, ты не прикидывайся спящим. Смотри на меня. Эй, не отдувай, я только прилепила. Самый главный экспонат — это нос твой.
Он должен распариться лучше всего. В общем, как получилось, не очень эстетично, зато надежно. Наложила пленку четырьмя кусками. Подбородок мы решили не трогать, потому что он, в принципе, и так чистый. Вот сюда. Ну, здесь тоже ничего особо нет. Вот больше вот эти места. С этой стороны также симметрично. На лоб отдельную пленочку. Я их потом по очереди буду снимать и чистить. Ну и самое главное, это нос. Меня очень интересует нос. Удобно? Нравится? Угу. Аж закимарил, да, когда я тебе тут намазывала, угу. Накладывала. Аж балдеешь, а все возмущаешься. В следующий раз будешь еще просить. Скажешь, не пришло ли там время чисточки? Не забились ли мои порочки? В общем, у тебя 15 минут. Можешь посмотреть телевизор. Полчаса. Нравится, да, ощущение? 15 минут по инструкции. Ну, вообще, можешь полежать и дольше. Чем дольше, я думаю, тем лучше. Главное, чтобы я не забыла про тебя. Пойду пока займусь чем-нибудь полезным. Если иди, что, свести. Иди займись. Угу. Так, значит, готовим аппаратуру. Сейчас протру хлоргексидином. Блестит. Я только сейчас поняла, почему эти штуки называются манипула. Потому что для манипуляций. Так, начнем этой щеки, точнее, вот с этой части. Единственное, что я сейчас попробую вот так по гелю первый раз, а потом так, вот так надо, да, вот так надо держать, вот так, под таким углом. Значит, я попробую по гелю, а потом уберу гель, попробую по воде. Вообще надо мицеллярную воду купить, ее и наносить будет. Свет. Как вы себя ощущаете? Как новая копейка. А ну-ка, не трясите головой, а опустите нос. Не стоит задирать так высоко. Ну, скажем так, да? На носу прям не идеально, потому что там есть такие глубокие товарищи. Но для начала прям очень даже... Красавчик, короче. Очень даже напишите неплохо. В комментариях, что я красавчик. Красавчик, красавчик. Мы здесь. Можно посмотреть сюда. Ми здесь. Ми здесь. Ну не три лица. Ой, простите, простите, простите. Я же тебе сказала. Да, да, да. В целях профилактики всяких там прыщей. Я пошел. Давай. Ох, в общем, процедура прошла без шума и пыли практически. У Мурата просто такая кожа еще специфическая. У него вот все эти образования кожи, они какие-то такие тонкие, сухие и наружу совсем не просятся. То есть я, если бы делала для своей кожи, результат был бы, конечно, гораздо лучше. Ну, потому что у нас разная кожа. Вот, но я думаю, что для первого раза очень даже неплохо. В любом случае, немного освежился. Я надеюсь, мы повторим. Зверь оказался покладистый. Зверь покладистый. Да, я надеюсь, мы в ближайшем будущем повторим. И все-таки... Когда следующий отпуск будет? Угу. Все-таки я надеюсь, что придем к нужному результату. Вот, так что следующее. Теперь на очереди я. Пациент жив, здоров. Этот аппарат проверен. Угрозы жизни не несет. Следующая я. Смотрите в следующих сериях.